Привет, танкист! Юбилей празднует наша любимая игра. Сколько разных эмоций подарили нам танки за 10 лет? Помнишь свой первый бой? Свой первый воин, первый прем. Crazy Вот не даст забыть вкус победы. Лоррейн 40Т и Т-78 в уникальных стилях ждут тебя. Кроме новинок, можно выиграть и другие всеми любимые премы. Переходи по ссылке и получай бонус к пополнению и халявный кейс при депозите от 299 рублей. Crazy Вот. Лучшие кейсы мира танков. Дамы и господа, всех приветствую, Оскар на связи, здравствуйте. Сегодня мы будем открывать энергоблоки и посмотрим, что там выпадает, какие вообще шансы на выпадение уникального премиумного танка Т-77 и вообще, как будут обстоять дела с везением. Но перед тем, как начать, пожалуйста, кто не подписан, кто впервые на моем канале, зайдите, ознакомьтесь с контентом, я уверен, вы найдете для себя много всего интересного. Все, не будем, так сказать, тянуть кота за бубенцы, давайте начинать. Мне уже самому не терпится узнать, что же там за годнота. Поехали. Так, у меня 40 коробочек, 40 спецэнергоблоков. Открыть. И стартуем. Открыть. 100 голды. Бонус плюс 50 фарму и... Не понял, это все? Кошмар какой, перезапустить. День премиум аккаунта... Да. К сожалению, как-то не густо, ладно. Забрать награду, поехали дальше. Да. Печально, печально. Окей. 39 штук осталось, поехали. 100 голды. Ладно, забрать награду, не буду рисковать. Так точно. Так, а можно отключить эту анимацию, чтобы как-то побыстрее было? 100 голды, ребят, как-то вообще ни о чем. И на фарм. Что-то вообще ни о чем. Ну ладно. Да, по сравнению с новогодними коробками, здесь как-то все вообще скудненько. Но 37 штук осталось, думаю, что-то да будет. Обратно 100 голды. Угу. Хоть не день премиум аккаунта. Ладно, забрать награду. Тридцать шесть штук. Открыть. Ой-ой-ой, нет, знаете, я лучше перезапущу, наверное. Ужасно скудно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Wargaming, ну даешь. Аттракцион невиданной щедрости. Открыть. 100 голды. Всю жизнь об этом мечтал. И обратно буст на серебро. Ладно, забрать. 34 коробочки. 100 голды. Кто бы мог подумать. И... Кошмар. Да, 55 рублей за коробку. И хочу вам сказать, вообще... Просто нищенское, нищенское имущество. По 100 голды и какая-то фигня. А где же обещанный Т-77? 250 серебра. Ну, знаете, это уже что-то. Хоть серебро. Да, пожалуй, заберу. Серебро в этой игре никогда не бывает лишним. Но не на это я рассчитываю. 100 голды. На фарм. Итого осталось 31 коробка. Ни одного прям танка, ничего годного. О, уже 5 штук. Нормально, ладно. Это лучше, чем одна. Так, 10 коробочек открыли, осталось 30. 100 обещанных голды.
250 серебра. Хорошо, забираю. Двадцать девять коробочек. 100 голды. Перезапустить. Не согласен. Перезапустить. 150 серебра, ладно. Очень-очень нищенски. Очень нищенски. Я думал, будет что-то получше. Не оправдало пока ожидание. Не-не-не-не, премо-аккаунт мне не нужен. Перезапустить. 3 дня? Не нужен день, получай 3. Ах, вы мои хорошие. Ладно. Дело в том, что у меня подключен тот самый тариф, где премиум-аккаунт практически бесконечен. Ну, пока этот тариф работает. То мне премиум-аккаунт как бы не нужен вообще. Но Wargaming считает иначе. Перезапустить. Буст на прокачку нет. Вот, пожалуйста, Т-54 первый образец. Да, на этом аккаунте у меня его нету. Мне понадобилось сколько коробочек открыть, чтобы выбить премиумный танк. Забрать награду. Сколько мне понадобилось коробок открыть? 20... Нет, 14 коробок я открыл, чтобы получить премтанк 8 уровня. Ну, вы сами прекрасно знаете, что образец он такой... Не самый желанный. Ну ладно, еще у нас как бы есть шанс. Поехали дальше. 250 серебра. Перезапустить. Да. О, да. Лучше бы я 250 серебра забрал. 250 голды на перезапуск тратить не буду. Возьмем, так сказать, брошюру. На опыт экипажа. Хорошо, 25 коробочек осталось. 100 голды. И перезапустить. Т-77. СТГ. Ой, ёлки-палки. А знаете, почему ёлки-палки? А потому что у меня есть СТГ-гвардеец. Это тот же танк, но уже без камуфляжа. Великолепно. Так, ну уже по крайней мере 2 премиум танка 8 уровня. Да, СТГ. 24 коробочки осталось. 100 голды. И перезапустить. А что поменялось, извините? Ничего. Плюс 50 к опыту за бой. Потрясающе. Аттракцион невиданной щедрости, дамы и господа. Специально от Wargaming. 23 коробочки. О, перезапускаем. Я начинаю потихоньку волноваться. Не на то я рассчитывал. Ну и не ужас. Ладно, 22 коробочки. О, перезапустить определенно. Да-да-да, перезапустить. 250 серебра. Хорошо, забираем награду. Так точно. Опа. Ну вот сейчас 100 голды и Т-77. Вот сейчас же. Ага, да? Перезапускаем. 150 серебра. Так. Половину мы открыли уже. Осталось 20 коробок. Пока Т-77 и не пахнет даже. Перезапускаем. Хотя нет, заберу, пусть это будет. Да, 850 тысяч опыта пусть будет, забрать награду. Не то обратно день премиум аккаунта выпадет, то... Ладно. Открыть. Перезапустить определенно. Вау! Боже, знаете, я еще раз перезапущу, ну потому что, ну, мне этот день премиума вообще не нужен. О боже.
Ну, Wargaming, ты издеваешься. Пока все очень печально. Перезапустить или забрать? Забрать или перезапустить? Перезапускаем. Какой кошмар. Ладно, 17 коробочек осталось. Открыть. И... Ага. Перезапускай, говорит. Перезапускай, перезапускай. Офигеть. Шестнадцать коробочек. Ну дай мне мой Т-77 заветный. О! Попросил, получай. Все. Т-77 в ангаре. Что хотел, то и получил. Собственно, ради этого танка я только и покупал эти коробки. Ну все. Миссия выполнена. Ну, еще есть огромное количество премтехники. Если она выпадет, если она, конечно, у вас есть в ангаре, когда она выпадает, вам это все компенсируется голдой. И, знаете, буду я пробовать все-таки забрать эту голду. Награду забираем. Да, маленький хэвик 7 уровня в ангаре. Очень хорошо. Так точно. Осталось 15 коробочек и будем надеяться на удачу. Давай, удача, не подведи меня. Открыть. 100 голды. 3 дня прямо аккаунта. Перезапускаем, не нуждаюсь. 250 серебра. Хорошо. Забрать награду. Четырнадцать коробочек. И 350. Заберу. 350 тысяч серебра нужно. Забрать. Ну, знаете, как ни крути, все-таки в новогодних коробках азарт был намного больше. Намного. Сейчас как-то, знаете, и награды такие посредственные. Ну и самих, так сказать, наград мало. 13 коробочек. 100 серебра и... Фарму заберу. Заберу. Пригодится в хозяйстве, как говорится. Так точно. Открываем. Перезапустить. Не нуждаюсь в этом добре. Перезапускаем. Айда Wargaming. Айда хитры. Айда кудесники, ты смотри. Дело в том, что у меня вот этих бустеров на складе просто тьма. Тем более плюс 50 к опыту, не плюс к 100. Ну, такое себе. Открываем. 11 коробочек осталось. Ключик. Перезапускаем. Это чтобы снимать оборудование. О, X5. Ну, ладно. 5 так 5. Это примерно 50 голды, чтобы вы понимали. 10 коробочек осталось. Сто пятьдесят. А может перезапустим? Маловато. Давай перезапустим. День премиум аккаунта, ладно. День премиум аккаунта. Аттракцион невиданной щедрости от Wargaming. 9 коробочек. Открыть. И... 350 заберу. Восемь коробочек. Неужели больше прем восьмерки не выпадут? Перезапускаем. 150. С
7 коробочек. Ну же, Wargaming, ну порадуйте. Фарму. Лучше заберу от греха подальше. Да, лучше заберу, пусть будет. Жалко, что одна. 6 коробочек. Сколько опыта, сколько? Плюс 20 тысяч. Нет. Перезапускаем. Сейчас день прима будет. Плюс 20. Знаете, обмен выгодный. На самом деле. Обмен выгодный. Да. 250 голды тратить не буду, ну. И так грабет. И так грабеж, ребят. Грабеж страшный. 5 коробочек. Ну, давайте, 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 давайте. И... Прем-танк. Перезапустить. Ладно, забрать. Так точно. 4 коробочки. Ну, там еще столько прем-техники 8 уровня, за которую мне дадут голду. Нет-нет-нет, не нуждаюсь, перезапускаем. Вот это уже получше будет. Фарму серебра, бусты всегда хорошо. Три коробочки. Ну сейчас по-любому три прем-танка выпадет. Ну, как иначе? Одна, не-не-не, мало-мало, перезапустить. Получай 3 дня премиум-аккаунта. У тебя и так там почти сколько? Почти 300 дней. На тебе еще 3 дня. И сколько? 2 коробочки осталось. Ладно. Пусть что будет. 250 серебра. Перезапускаем. Перезапускаем. Все, идем уже на отчаянный шаг. О боже. Не, 500 уже с голды я тратить на это не буду. Последняя коробочка. Пожелайте мне удачи. Открываем. И... Ну-ка... 350 тысяч серебра. Знаете, я не буду уже окончательно, так сказать, испытывать свою судьбу. И, пожалуй, я награду заберу. Да, лучше я ее заберу. Итого, дамы и господа. За 40 коробок мне выпало. Ну, хочу сказать, почти. Почти 3 миллиона серебра. Может, даже есть 3 миллиона серебра. Несколько там дней према. Возможно, 10, я не считал еще. И самое приятное, 3 премиум танка. Первым мне выпал вроде бы образец. Т-54 первый образец, посредственный такой. Дальше, танк СТГ. Господи, вот теперь у меня 2 СТГ. Слился на одном, идешь катать на другом. И самое приятное, то, чего я хотел больше всего, это Т-77. Ну просто вылитый Т-57 Хэви, вы просто посмотрите на него, просто вылитый. Будем посмотреть, как он себя будет чувствовать в рандоме. Ну а на этом, ребят, все. Вы сами убедились, что в коробках выпадает, как вообще, жирно, не жирно. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я, пожалуй, поеду в рандом. Все, всех благодарю за внимание. Впервые на моем канале. Зайдите, ознакомьтесь, если понравится, обязательно подписывайтесь. Всем буду рад. Всем спасибо, всем пока.